Ну и сейчас мы возвращаемся к первой теме сегодняшнего дня. Крушение самолета Ту-134, которое произошло ночью под Петрозаводском. На связи с нами пилот Алексей Герваш. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А есть ли у вас какие-то собственные соображения относительно причин происшествия? Вот та информация, которая сейчас есть в публичном доступе, что три версии – это ошибка пилотов, плохие погодные условия и еще одна версия – это неисправность лайнера. Прежде всего, я не хотел бы спешить с выводами, поскольку авиация – это штука серьезная. И когда происходит авиакатастрофа, они расследуются очень глубоко и очень четко, и это занимает время. И, соответственно, до опубликования официальных выводов и результатов расследования, я считаю, просто ненужным абсолютно, да, делать какие-то предположения и выводы. Для этого есть специфические организации, которые должны провести это расследование и предоставить четкие выводы. И спешить не нужно. Есть информация о том, что рейс был регулярный. Самолет Ту-134 был выпущен в 80-м году, летал 40 тысяч часов. Насколько это серьезная нагрузка и насколько он изношен был? Смотрите, в авиации происходит так, как должно происходить. Есть четкие рамки, есть четкие нормы. Если какой-то механизм должен быть заменен через 4 тысячи часов налета, будьте уверены, что он будет заменен через 4 тысячи часов налета. Поэтому возраст самолета не имеет никакого значения. Любой самолет, который имеет сертификат летной эксплуатации, он априори самолет, который может эксплуатироваться, и он безопасен для пассажиров. Поэтому не нужно проводить параллели между тем, сколько лет было самолету, и тем, насколько он опасен или безопасен. Была такая информация, что, возможно, на несколько секунд отключились огни на взлетно-посадочной полосе. Это серьезное препятствие для того, чтобы совершить посадку для пилотов? В существующих погодных условиях это серьезное препятствие. И более того, этот аэродром, он большой аэродром, он не был оборудован так называемой системой ILS, которая позволяет производить посадку в автоматическом электронном режиме. Соответственно, аэродром, который не оборудован подобной системой, он требует визуального контакта пилота с взлетной полосой, которая подчеркивается огнями высокой интенсивности. Соответственно, если такое действительно произошло, то это могло существенно повлиять на финал, печальный финал этого полета. Спасибо большое, Алексей. Алексей Герваш на связи с нами был, пилот, о событиях, произошедших ночью под Петрозаводском.